Всем здорово, чуваки! И вы на канале Лев 4. Вот. Я сегодня решил опять продолжить рубрику Paint. Рисую хоккейную эмблему ЦСКА. Первое, что мы берем, все знаем, это звездочка. Все мы знаем, как оттягиваемся, выбираем синий цвет, толщина, ну вот, наверное, вот такая средненькая. Ставим вот так и просто оттягиваем нашу звездочку. Я буду сегодня нехилую эмблемку такую делать, поэтому, если что, вот все-таки вот так вот, наверное. Вот, можно цвета вот подбирать, даже вон серое можно. Вот, так, дальше, нам нужна, походу, вторая звезда. Да, давайте серенькую еще сделаем. Нам нужна серая. А хотя, вот сейчас заходим в палитру цветов, выбираем вот какой-нибудь такой серый, которого вообще здесь... нету. О, походу я нашел серый. Оп. А вот так подойдет. Добавить. Окей, все, у нас новый цвет. Вон там вот вверху добавился. Вот. И мы выбираем этот серый. И делаем еще одну звездочку стальную. И вот как-то вот сейчас попробуем наложить, что ли. Сейчас. Так. Что-то вообще не получается. Мне кажется, надо чуть-чуть опустить. Оп. Так. Так, теперь. Подтянем здесь. Ну и у нас получается вот такая, видите, классненькая объемная звездочка. И теперь самое простое, я говорил, заливочка. Она вот у нас вон там вот, где наведена мышь у меня. И выбираем цвет тот же самый для заливочки. Мне это вообще по идее нравится. Давайте, у меня скоро будет вот. И теперь этим серым можно сейчас... Ой... Не туда. А хотя можно оставить, в принципе. Давайте. Нет, нужен какой-нибудь такой черный, что ли. О, вот так вот. Видите? Сияет теперь звездочка. Нормально теперь. И вот просто заливаем вот эту штучку черным. Или серым. Ну, как уже вам будет угодно. Самим серый, там самим кому-то нравится так, кому-то нравится так. Видите, у нас вот такая объемненькая, объемность немножко убирается, но это все равно вот так вот получается здорово. И дальше остались только буквы. Ненавижу рисовать буквы. Здесь объемная звездочка классная получилась. Теперь нам остались буквы. Мы прибавляем масштаб. Вот так вот отвинчиваем. И вот смотрите, какая она классная здесь. Я так и не смог здесь что-то. Оп. Получилось. Фига себе. А почему здесь не сошлось? Чё? Что происходит? Ай. Как это? Вот потихонечку вот делаем. И теперь у нас, так как осталась вот такая красивая объемная звездочка. Вот, видите, вот классненькая звездочка. И мы теперь просто остается написать буквы. Выбираем кисть, это каллиграфическая, вот, скорее всего, вон там. Вот, каллиграфическая или вообще как хотите. Мне здесь мало места, поэтому что-то не очень, мне кажется, получится.
Можно, давайте попробуем маркером что-то сделать. Нехило, нехило тут маркер. Слишком большой для нас масштаб. Ну ладно, давайте попробуем, получится ли у нас вот так. Какая-то эмблема получается, как будто бы из 80-х. Двигаю камеру. Буква не получается. Теперь берем белый цвет, чтобы было красивенько. Здесь вот эту штучку делаем, которая у нас не получается. Походу, тут наша контора немножко закрывается. Но я беру спрей, баллончик. Да, классный баллончик, который нам все тут по пикселям как-то неплохо исправляет, в принципе. Берем опять же ту же самую заливочку, и можно здесь вот корректировать. Но баллончик неплохо, кстати, делать, если вы хотите что-то по пикселям сделать. Это самое норм решение, кстати. И теперь мы просто убавляем мощность. И вот такая у нас звездочка получается. По-моему, неплохо. И давайте еще, знаете что, красно-синие цвета добавим. Вот так вот. Как-нибудь вот так вот. И берем синий цвет. Вот. Ну, неплохо, конечно. Вот! Вот, пацаны, какая классная эмблемка ЦСКА получилась. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока!